Патроны! Приготовиться к стрельбе! Слушаю, командир! Да, командир. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Да, командир. Да, командир. Мне дела совсем плохи, нужна помощь, позарез. Слушаю, командир. Ура! Заряд! Слушаю, командир. Вперед! Да побейте вы его, да, парни! Согласен, согласен, это откровенный физик. Выполняю! А что было? Да, ничего такого особенного. Это рутина. Слушаю, командир. Держим огнем! В атаку! Затолили! Сделаем, давай, командир! Да, командир! Помощь позарез нужна! У меня прорыв фронта! Уходи! Слушаю, командир! Сейчас. Ой, я вообще с параллельного круга. Слушаю, командир. А, да, командир. У меня снова проблема. У вас прорыв с центра! Держать направление! Да, командир. Помогите, на помощь! Ой, командир, помогите. Ес! Я отбился! Причем повалил еще друидовище. Поддержим огнем!
Ну сейчас маленький верзопакостник за все ответит. Красная армия неумолима. Огонь прикрытия! Сейчас! Они передислоцируются! Слушаю, командир! Кто на минуту? Только не сейчас, я ведь только его побил. Мерзопакостник. Слушай, я за все покажу. По правому борту. Ладно, по крайней мере, положение на фронте стабилизировалось. Это радует. Слушаю, командир. И у нас равно больше мощи. Было больше мощи. РЗСО. Будет исполнено. Гегнер Директ Бонс! Тихо. Я-то не знал. Выпейте тихо в центре, прошу вас. По-человечески. Умоляю. Укорьте вроде спал. Он сейчас постарается посмотреть. Нет, мой трофей! Сволочь! Я тебя там чувствую это! Сударь! Получи, сволочь! Я оставил без щитков. Фальш борта. Да, командир. И готовятся к стрельбе. Да, командир. Ура! Слушаю, командир. Противник по правому борту. Слушаю, командир. Нету. Слушай, командир!
Эй, Дудович! Убрать! Да, командир! Я ведь старался! Тоже КВ позвал. А что? Он четверку установил. Ну, тебя никогда не научишь. Это... Было б чем его не его грохнуть. Мне тут помощь не помешает. Ему тут рубеж не выступает, что еще будет. Выполняю! Вот мне приходится постоянно герой. Теперь кости меня руками. Помогите мне! Сосредоточить огонь! Противник по левому борту! Стреляем на счет 3-4! Короче, я буду в бой. Ну все, ты мне надоел. Стой, Груйдович! Я тебя грохну! Клянусь, я тебя грохну! Бля, семью, да? Бля, Серега вообще. Получай, короче... Груйдович! Нельзя злить Серегу. Вот так тебе! Если вот разозлить, он сконцентрируется на одном противнике и начнет его давить, блядь, любым методом. Я ж сказал, меня лучше не злить, сволочь. Этим он мне и нравится. Да, Серег? Как вышло? Случайно, да. Держать направление! Да. Сказал, нельзя на меня атаковать. Я злюсь, когда меня атакуют. Это уже ничего.